Всем доброе утро. У нас тут Андрей с утреца пораньше решил заняться светом, потому что у нас перегорела эта лампочка и эта лампочка. И там нужно просто вот конкретно поменять один диодик. У нас есть эти доноры, где есть целые диоды. И есть пластины, где, вернее, и вот то, что надо заменить. Вот. Да? Ну, я целую пластину просто меняю. Ах ты, лентяйка. Ну, ты даешь. Короче, перепаивают сейчас нам свет. Один уже сделал. Сейчас вам покажу. Наконец-то у нас... Зай? Что? Не работает. Ай. Не надо, может быть? А что этот не работает? Все. Перепаял. Починил, Зайш. Все, ребят, работает. Стой, отойди. Я покажу, что работает. Вот. Мы сейчас с моим Денсиком, Флоренсиком, пойдем гулять. Да? У нас сейчас будет прогулочка. Сейчас таки соберемся, оденем только еще кофту, носочки. А, или мы сразу колготки оденем. Я оденем комбинезон, потому что на улице 6 градусов, но солнце светит очень тепленько. Но есть холодный ветер, поэтому оденем зимнюю курточку нашу. Она более такая теплая будет. Ну, то есть, как защита от ветра. И пройдемся с велосипедом, да? Пойдем, может быть, каких-то деток найдем. С ними познакомимся. Деток найдем? Да, любит такое. Мы сегодня, кстати, подстригли с Андреем Дана. В этот раз снова на лысо. Ничего. Крепкого орешка. Тимуй, Олеса. Ты? Мамин орешек. В общем, сейчас отправимся гулять с Дануликом вдвоем. Потому что Кира еще дома должна пересидеть. Вот. Так что пойдем вдвоем тусить с Денсиком, Фараденсиком. Ему нравится эта песня. Он под нее улыбается, танцует. Денсера, денсера, денс, да? А мы Денсика называем, родня Дана называем Денс. Ты наш Денс, Фараденс. Пойдем тусить. Тусить, веселиться. Так, кстати, я вам хотела сказать. Прикиньте, мои кутикули уже больше месяца. Мы ее не обрезали с мастером, потому что я мажу уже давно кутикулу маслом. Вот, и мне даже реально мне не делали аппаратом ничего. Мне только сняли старое покрытие, нанесли новое, ну, сделали коррекцию, наращивание. А вот именно кутикулу и птерики вообще уже он и не лезет у меня, и кутикула не пушится, потому что мне посоветовали мазать постоянно маслом, и кутикулы придут в норму, и со временем их вообще обстригать не нужно будет. Реально, кутикула очень ухоженно выглядит, она не наросшая, не налипшая, а идеальная, да? Пойдем гулять. Мы идем гулять. Ну что, вышли мы тусить на площадку. Ой, любила я такие карусельки в детстве. Дан, нравится? Маленький. Кайфули, да? Кажется, кто-то сейчас заснёт от этого дикого кайфа. Маленький пингвиночек так тепленько его одела, чтобы не замерз, да? Чтобы мы могли погулять на площадке, посидеть на качельках. Сейчас пойдем еще на горку спускаться, на ту, скорее всего, или вот на вот эту, потому что это детская, но она в тенечке. А та на солнышке. Сейчас посмотрим. Пойдем пороемся в песочке чуть-чуть. Пороемся с тобой в песочке? Наберемся грязючки? Кайф.
кто-то очень крутой в Верике катался. Вообще, надо видеть просто лицо этого королевишна. Да, Дан? Ты мой Лабель таковали. Ой, красавчик. Кайфует. Боже, я хочу просто поделиться с вами своей радостью, потому что реально маневренность этого велика меня поражает. Потому что когда-то я возила Киру, а у Киры тоже был трехколесный велик. И этот велик, конечно, несравним. Я не знаю почему, но здесь реально очень легкое управление даже одной рукой. Он сам по себе просто достаточно легкий. Это Дан оперся головой об этот, об крышу. Едем на солнышке. Погуляли на площадке, чуть-чуть спустились на воркера за три. Это нас повеселило. Но нам быстро надоедает все, поэтому мы идем всегда дальше. Вот. Поэтому идем сейчас просто прогуливаемся себе. Чилимся и отдыхаем. Вот это сейчас сделаем кружочек и уже отправимся домой. Потому что все равно прохладненькая погода. Вот. Мы вышли так чисто чуть-чуть прогуляться, пройтись. Что я люблю солнечную погоду. Мне важно, чтобы было солнышко. Сейчас мы преодолеем бровку. Я кайфую, мне важно, чтобы было солнце на улице, потому что несолнечную погоду я не люблю. Ну, разве что только летом. Это на эту бусинку. Разве что только летом. Так понимаете, капюшон не надо, да? Разве что только летом, и то опять же таки. А как это? Летом и без солнышка. Вот. Нет, днем, наверное, летом без солнышка, а вот вечернее солнышко, утреннее солнышко. Идеально. Так что, короче, прогуляться вышли наконец-то. Открываем сезон прогулок. Потому что погода теплая. Но я одела Дана в зимний комбинезон, потому что на машине это одно. А выехать... О, кстати, вон хорошая площадка, здесь ветра нет. Я нашла хорошую площадку, мало детей. Это, что я говорила? Выйти в машине, доехать и прогуляться чуть-чуть, и сесть в теплую машину, это одно. А вот если выйти из дома, дойти пешком, там погулять, потом вернуться пешком домой, то мне кажется, лучше потеплее одеть ребенка нашего, вот этого красивенного. Вот. Ну, наконец-то открываю сезон прогулочек, кайфово. Потому что я это дело очень люблю. Мне нравилось, что я всю прошлую осень, лето ходила себе и гуляла. Вот. Так что, такие вот дела. А еще мы разбили губу только что. Разделся, бегал за Микой, Мика кушал корм, а он туда-сюда за ней бегал. И упал. И я не знаю, как он так упал, но прям лицом вниз. Она попка маленькая. Покажи губу, Дан. Покажи губу. Смотрите, какое крутецкое небо. Это, обалдеть. Это после... А мы тут купаемся в ванной. Данулька даже сегодня еще пока не ел пену, а занят вот поливашкой. Красавчик мой. Сладенький. Вот этот, кстати, я советую. Вообще, это шампунь смягчающий. Он реально очень мягкий, потому что кожа у Дана. Мы моем его как гелем для душа. Во-первых, этот запах персика и абрикоса нереально, просто нереально вкусно пахнет.
Во-вторых, он реально мягкий. Он, ну, супер мягкая кожа, и волосики, и все мягенькое у Данулика. Да? Не рви. Не отрывай себе, сынок. Все, пошел. Попик. Маленький мой попик. Всем доброе утро. Мы сегодня с утра пораньше оставили Данулика с родителями, да, Зай? Да. Доброе утро. Доброе утро. И у нас есть дела, которые нам нужно решить, поэтому мы сейчас будем ехать решать все наши вопросы. И сегодня у нас будет первый опыт работы в Блаблакаре. В общем, у нас... Что четвертый пассажир сказал? Ему подошло? Да. Короче, у нас вообще вместимость, что можно еще пятерых людей посадить в машину, но в Блаблакаре что-то можно выбрать только 4 пассажира. Ну, я думаю, это связано с антиковидом, да? Ну, на легковом автомобиле. Я думаю, это на всех, потому что просто надо уточнить, что у нас 7 мест в Блаблакаре. А, ну, может быть. Ну, в общем, мы 4 людей взяли, 3 будут ехать здесь, и 1 сзади, или 2 сзади, 2 здесь. Это будет очень-очень интересный опыт. А где его забирать? На Житомирской. На Житомирской. Короче... Очень смешно. Одну женщину мы забираем возле района. Ну, мы в район сейчас быстро бежим с сельпоном. Надо скупиться, с собой взять что-то. Вот. А заправимся с женщиной на пути уже на Житомирскую. А, вот. Так что будет у нас очень интересный опыт работы в Блаблакаре, потому что мы решили, если бы Дадулика оставили, мы можем взять людей и немножко себе... как бы отбить дорогу, так сказать. Так все, мы, получается, ее отбили. Мы отбили, сверху. Да. И сверху берем. Вот. И на обратном пути в Киев тоже планируем взять людей. Но там уже просто тоже так. И мне кажется, у нас не получится, наверное, загрузиться всех 4 на обратном пути. Может быть, получится. И мы загрузим еще людей и будем все возвращаться в Киев тоже с людьми. В общем, дело у нас сегодня по горло. Так, в сельпо. Да, мы успеваем быстро забежать в сельпо. Просто здесь где-то паркуйся. Нам вместе, ну, 5 минут, и надо уже выезжать, потому что мы не успеем через... Зай, полчаса. Мы через полчаса там не будем. Это приблизительное время, которое Блаблакар рассчитал, что мы на Житомирской забираем всех в 9:30. Хорошо. Строящина на Житомирскую утром, как бы ты не доедешь за 30 минут в любом случае. Поэтому это ничего страшного, все равно мы в 9 поставили точку, что мы с района выезжаем. Поэтому надо это учитывать. Вот, а у нас еще есть целых 15 минут, чтобы мы могли быстро. Еще же мы не знаем, где женщина, которая с района есть должна. Есть возле Рошена. Это я поняла, но возле Рошена, когда она будет там? Понятно. Вот. И мы сейчас быстренько забегаем в сельпо и будем ехать, выдвигаться. Но мы не будем просто уточнять все вот эти, куда мы едем, как мы едем, почему мы едем. Потому что есть у нас вопросы. Я и так веду достаточно публичную жизнь. То есть мы рассказываем очень о многих вещах. Поэтому есть какие-то вещи, о которых я не буду озвучивать. Ну, то есть у нас поездка сегодня. А я вам просто подробно потом расскажу, как мы осуществили поездку с людьми. Это очень-очень интересный эксперимент, который, я думаю, нам тоже... Нам надо выкинуть. Я пойду побегу мусор выкидывать. Давай, а я найду этот, у меня нету маски. Где маска, Зай? А где мусор? А я его выбросил. Ну да, мы только что заехали выбросить. Зай, а где маска? У меня тоже не было маски, я использовал последнюю. У меня, по-моему, вот здесь есть 2 маски. Давай, у меня вообще ни одной, я ж тебе одну отдала. Все, мы побежали в район. Так, ну что, ездили мы уже по своим делам, уже все вопросы свои решили. Едем обратно в Киев, и я поняла, что я не сказала наше впечатление про Блаблакар. Короче, на самом деле, так, я сначала первая, ты потом, хорошо?
от себя могу сказать. Выгодно в плане того, что если это супер какая-то недалекая поездка, хотя даже если далекая, то тогда там тоже окупается по цене. Но на нашем автомобиле получилось так, что нам выгодно. То есть мы дизель в одну сторону окупили, обратно мы уже не брали людей, потому что мы вчера не опубликовали поездку, так как мы не знали, в котором часу мы будем ехать в Киев. Как мы справимся, как там по дороге у нас все получится, вот. И мы не стали ожидать просто долго, мы уже опубликовали поездку, тоже опять же таки приехав не сразу, потому что опять же не знали, сколько займет решение всех наших вопросов время. Мы сейчас как сделаем? Мы приедем в Киев и зальем до конца опять дизель и проверим, сколько получилось. Возможно, ну, мы считали, мы считали сейчас не городской режим езды, а совершенно по-другому. Да, мы сейчас, мы просто выехали, залили полный бак, и сейчас приедем в Киев, дольем обратно этот полный бак, и точную сумму я вам скажу, сколько обошлась нам поездка, ну, то есть по стоимости дизель, сколько нам обошелся, сколько нам денег заплатили, и вот просто для понимания. Но, в принципе, нам просто попались все адекватные люди. У нас было двое мужчин, двое женщин. И... Они все почему-то так боялись. Ну, типа, они боялись, но, знаешь, такие они с осторожкой. Ну, как будто у них были случаи в этих Блаблакар, когда, ну, типа, им говорили, все, типа, пошли отсюда. Типа... Не, они просто, мне кажется, скромные. Они так, типа, с уважением, ну, типа, с таким, знаешь, да, вот это, да. Ну, конечно, они ехали за человеком. Ну, я ж только что еще не говорила, я держу интригу, чтобы люди смотрели влог до конца. Что ты, трепло такое? Значит, этот момент вырежем, это будет еще больше интрига. И в конце видео расскажу. Да. Не в конце. Смотрите, скоро будет информация об этом. Ну, в общем, в принципе, было комфортно, кроме того, что именно за мной сел мужчина с перегаром. Ага. И меня так тошнило. Он когда зашел, как будто, я не знаю. Но потом перегар прошел? Нет. У меня, по крайней мере. Я рада, что у тебя прошел. А у меня он дышал, и оттуда вот эта дуйка выдувала на меня этот перегар. И я уже думала, что может поменяться с Андреем, я поведу. А я ей предлагал, кстати. Да, надо было меняться. Короче, ну на самом деле у тебя прикольная тема, она чисто, если вот так вот поехать. Ну короче, я бы не хотела так каждый раз брать. Вот чисто сейчас была поездка у нас важная. И, ну короче, для того, чтобы это финансово было немножко... как сказать, короче, чтобы это нам не особо почувствовалось, эта поездка, мы постарались хоть как-то себе, ну, расходы сократить. Знаете, что я думаю? А. Я думаю, что вот эта поездка в Блаблакар, ага, она перекроет туда и обратно дорогу. Думаешь? Угу. Ну, может быть. Одна. Мы просто посчитали, опять же таки, да, если так, то конечно, имеет, в принципе, смысл съездить так, потому что обратная дорога, набрать пассажиров в тот же день. Тогда это уже прибыль. Но, опять же таки, если сравнивать с работой в такси, это не прибыль. Ну да, ну типа, если тебе надо просто ехать. Да, если ехать куда-то туда, даже, допустим, если это окупает не полную поездку, да, там, а полторы поездки, с поездки обратно люди окупают уже до конца, и есть еще даже от этого прибыль. Но суть в том, что, ну, у нас была суть не в прибыли, у нас была суть в том, чтобы немножко окупилась поездка. Ну, как сказать, не то, что окупилась, но просто, ну, типа, мы едем вдвоем, почему бы не попробовать проехаться, чтобы сели еще люди, которые еще доплатят деньги, и, ну, то есть это все учет будет дизеля этого. Опять же таки, это только в случае, когда мы бездарно куда-то едем. И опять же таки, ну, если, в принципе, ехать, то я бы лучше с Даном ехала. Не, ну, опять же таки, смотря какая ситуация. Если ситуация того, что Дану будет скучно, и это не какая-то поездка, а в какое-то место посмотреть, то тогда
я. Ну что, про це нельзя говорить. Ничего нельзя говорить. Нет, так и... Говорю, да. И это не в какую-то сторону, Андрей, что он подкаблучник. Он у меня не подкаблучник, правда, Зая? Правда, дорогуша. Да, любимый. У тебя есть право на свое мнение? У меня есть свое мнение. Свой голос есть. Свой голос. Я мужчина. Ты чувствуешь со мной себя мужчиной? Да! Вот это, конечно, все шутки. Что, Костя? Вполне возможно. Нагни, если я держу тебя в заложниках. Едем, короче, мы обратно домой, да? Да, Заюша? Да, Заюша. Говори. Зевнуть хотел. Да нет, ты хотел что-то сказать. Ну что сказать? По поводу Павлокара? Нет, это... ты просто зевнул, как будто это бы ты хочешь. Это интересная тема, я думаю. Но прикольно, наверное, так поехать в Одессу. В Одессу. В Одессу. В Одессу. Очень в Одессу. Прикольно поехать в Одессу. Да, чисто даже если, например, вот так вот самим ехать, до нулика оставить, а самим поехать, чтобы просто сегодня покупаться на море и вернуться обратно. Да, и запланировать этот поезд туда-обратно. Да, ну я же говорю, вернуться обратно. Да. Чисто так поплавать. А это тема. Да даже с до нуликом так тогда можно. Но просто я с до нуликом сижу сзади. Ну, короче. Неважно. Но, типа, если это сравнивать Блаблакар и такси, это несравнимые вещи. Потому что Блаблакар — это ты себе окупаешь поездку, а в такси ты себе и поездку окупаешь, в принципе. Потому что, знаете, мы когда-то, у нас был такой случай, едем мы, нам надо в Ашан на поздняки поехать. И мы заходим в такси и ловим микроавтобус, но там просто в указании в комментариях было написано, что там типа ящики мандарин, а типа есть такая услуга у такси, как доставка, которую таксист выполняет. То есть ты приезжаешь, забираешь, отвозишь по адресу. А есть так, что типа в доставку нужно, ну то есть нужно под доставку заказать не просто маленькую машину, не просто типа доставку, а именно чтобы это был микроавтобус, потому что нужно поместить груз какой-то. Я говорю, давай возьмем, давай проверим, типа, ну, вдруг там даже человека не будет, а если будет человек, то спросим, будет ли он против, что жена с ребенком еще есть, и поедем. Звоним мы человеку, он говорит, что никто не едет, кроме 20 ящиков мандарин и еще разных фруктов, да? Ну и короче, мы эти фрукты по карманам. Да, ну вот прибыльный бизнес. Да нет, это шутка. Я видела, что ты долго вынашивал эту шутку, ждал. Ждал, пока ты это пошутишь. Это частично шутка. Короче, вот, и таким образом мы, короче, взяли эту доставочку и поехали на поздняки. И еще и получилось, мы поехали на поздняки, да и заработали еще немножко. Можно, кстати, в принципе, в такси работать как доставки. То есть это вообще тогда люди не садятся, а только доставку делаешь. Можно типа совершать это хоть вдвоем, хоть и с Даном. В этом нет вопроса. Вот. Наконец-то вы знаете, что Андрей работает в такси, потому что я Андрею говорю, ну ты прикинь, каждый вечер я говорю, что ты где-то на работе, я уже укладываю Дана, уже видно, что я суперсонная. Типа, и где-то вечно мой муж ждет. Мне аж просто неудобно было скрывать от вас, что он работает в такси, и не говорить о больном, о том, что жена таксиста всегда его ждет дома. И в основном такси прибыльное, только если он выезжает вечером, потому что до этого днем заказов нормальных нет, потому что вечером повышенные коэффициенты, пробки, всякое такое. Я уже проверила это на себе, я работала в такси. Вот, наконец-то, теперь я могу вам откровенно выговориться. А представляете, что ему нужно терпеть? Знаешь, тебе же комфортно со мной, правда? Что я не взял наушники. В общем, пишите в комментариях свое мнение по этому поводу. Может, вам тоже
едем мы домой. Смотрите, какая красота! Класс! Мы просто ехали, и есть вообще Коростышевский каньон, на котором мы были. И я выбрала в этот раз, мы просто проезжали мимо. Почему бы не заехать на Коростышевский карьер, да? Смотри, какая красота! Зай! Mm-hmm. Да? Да. Кайф! Он намного, намного больше, нежели каньон. Ну не скажи. Каньон меньше был. И даже вот на карту, если зайти, он намного меньше, нежели... Ты можешь не подходить? Ты специально издеваешься надо мной? Издевается надо мной. Короче, он намного больше. Можно по карте это видеть. Смотри, как красиво там от того, что камни такие заточенные. Класс. Ну тут, да, мы действительно здесь не были, потому что, видите, здесь есть этот... Карьер, этот завод, который добывал здесь что-то в карьере этом. Прикольно. Вот, смотрите, здесь в этом, я так понимаю, карьере добывают. Песика добывают. Эти всякие гранитные, вот, каменные плиты. Здесь дорога, ну, да, реально, мы здесь не были у карьера. Все-таки есть разница между карьером и каньоном. Это немножко две разные вещи. Хотя я думала, что просто кто-то называет каньоном, кто-то карьером. И поэтому поставила точку на карьер. Но нет. Карьер — это карьер. Вот, видите, тут много этих камней разных. Вот эти плиты гранитные. А потом их обтачивают, и вот они такие плоские, красивенькие получаются. Вот, 1951 год. Да. Интересненько. Да? Угу. В туалет не хочу. В этом? Нет, спасибо, Зюш. Я откажусь от этой идеи. Угу. Ты не против? В общем, едем мы. Приветики. Я туточки. Вот Коростышевский карьер, а вот сейчас. Ой, можно, пожалуйста, помедленнее? Помедленнее? Да. А вот тут где-то каньон находится, господи, где? Где каньон? Блин, фиг его знает, где этот каньон. А вот каньон. Смотрите по размеру, какой он маленький. Смотри, каньон. Можно мы сейчас приостановимся на минуточку, чтобы я могла показать? Да, и вон поворот на каньон. Давай. А поехали заедем? Вон поворот на каньон. Поехали заедем? Для сравнения сейчас на видео. Ну, можно я на карте покажу ребятам? Смотрите, вот каньон. Да, так поехали заедем. Вот он у нас по прямой. Вот каньон, а вот... карьер. Посмотри, насколько он побольше. Это озеро какое-то, а вот каньон. Вот. Вот каньон, вот карьер. Разница, видишь? Мы сейчас заедем вам и покажем разницу между Коростышевским каньоном и карьером. И оказывается, это рядом находится. Прикиньте. Я представляю, как тут красиво. Это... Поворачиваем. Не туточки. Вон. Как красиво тут это. Когда там не лед. Сюда. Сюда, пожалуйста. Карантинная зона Рухзабанронену. Между прочим. Вот тут не можно ехать сюда. Там дерево будет. Бу карантин. Но раньше было так. Этим Вольво или что это? Если вдруг полиция там есть, мы это... Ой, дерево убрали, дерево вот тут валялось, помнишь? Ага. Не, дальше вон было. Не, вот тут. Вот тут где-то. Вот там мы. Вот тут мы оставляли помню, машину. Переезд, и помнишь? Этот мостик мы переходили пешком. Там еще водичка. Это...
Вот тут водичка, ручеек через землю, вон она бежит, видишь? И это мы пешком переходили. Такой маленький ручеёчек. Да, вот ручеёчек. Туда идет. Какой-то болотце. Короче, привет родителям. Ну, что течет? Ну это ж с этого, с каньона. С каньона течет? Да. Да, но это же ручеек от каньона в речке идет. Это этот ручей. Да, мы по нем ездим? Да. Мы ему не даем развиваться. Здрасте, он развит. Развитый. Когда он станет таким большим? Блин, прикольно. Прикиньте, просто повернуть нужно не налево сразу, а направо сразу, и ты увидишь намного больше, нежели этот каньон. Чего? Там не так много. Тут интереснее, тут катакомбы. Нет, ну тут интереснее в плане, конечно, тут интереснее в плане, типа, что тут больше развито, потому что там это завод стоит, который действующий, который до сих пор все это делает. А тут это более туристический, где ты приезжаешь, мы приехали, там никого нет. А вот мы сейчас приезжаем, смотри, сколько людей. Угу. Только нам наверх. Наверх? Да, ну чтобы показать людям вид снизу. Ну я хотел по этим самым. Так походить. Мы по этим самым походили. Ну тут все люди сразу же. Где, по льду? Да. И по какому льду? Он расставший возле берега. Ну сюда заедем? Нет. Чего? Вот поедем по дороге. Так она не туда ведет. Туда же самое. А что, мы тут поднимемся? Что? Мы так, а зачем убивать тебя машину вот так? Так это не туда дорога. А куда? Ну, куда-то далеко. Ну и вот поверни. Ну такое же. Тут еще хуже. Так, может, мы остановимся где-то? Мы прямо сюда. Ну, короче, чтобы вы понимали, сегодня четверг, который час? 16:13. Знаешь, мы могли вот чисто по дороге ровной поехать, как тот человек. Могли, но зачем? Но ты срочно хотел свернуть. Мы же внедорожник. Знаешь, вот поэтому у нас Citroen, а у него Volvo. Потому что он собирает деньги на новую лучшую машину, а мы чиним старые машины. Пошли. Ребят, зачем я вас подключу? У нас свой телефон. Я хочу вам показать же. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Старость, не радость. Хочу же вам показать все-таки. Сразу сравнение. Давайте, побежали. А вы уже переобулись на кроссовки? Вот мы переобулись, да? Да. Так, и теперь размеры. Помнишь, сейчас вот мотаю, вставлю момент, где Андрей мне сказал: не, ну не скажи, он такой же по размеру, в принципе. И вот насколько он маленький. Вот я вам убираю приближение. Ой, вернее, отдаление. И он реально маленький. Воу. Смотрите, воздух плавает. Ничего себе. Ну хорошо, ну прикольно, что видишь именно пузырики-то. Класс. Тоже хочу камешек. Интересненько. Зюш, ну ты уже мальчик, которому почти 22. О боже, не становись ты сюда. Отвратительно, когда ты так делаешь. Блин, ну красивенько, красивенько. Зай, мне нужна уже моя камера. Твоя камера? Да. Новая. Смотрите, еще вот так вот. Вот, Ириша убрала эту штуку, смотрите. Это такая почти крыша панорамная. Да, почти. Она тоже, между прочим, не моется. И всегда в какашках. И всяких букашках. Поэтому говори. Почему я должен продолжать? Ты же продолжила, я тебя перебила. Потому что переключала камеру. Я тебя сейчас перебью. Перебивай. Вам нужно пара... Как-то по-нормальному, это не как Додик говорит. Так ты так и говорил, если вам нужна по-нормальному. Да. Если вам надо по-нормальному? По-нормальному, если вам надо. Вот этот самый. Тут нет этих самых, кстати. Тут вот эти ручки, которые держатся.
И стекло такое. Слушай, реально? Ну, что ты делаешь? Не трогай. Знаешь, это бежевое не для того, чтобы ты залапал своими грязными руками после всех манипуляций с машиной. Ты ее потрогал. Дурачок. Короче, красота, прекрасно. Вау, как красиво. А можно эту штуку вот эту убрать, потому что она мешает снимать красивые видео? Очень даже неплохая штука. Ну, она реально мешает, посмотри, она портит кадр. Вот зачем она здесь есть? А если бы ее не было, надо пить ему заднее. Если бы было вон там, справа на экранчике, там где горит аэрбэг, чтобы он не горел, а был экранчик с задним этим самым видным, а на этом экранчике, на котором чек иногда горит, чтобы было видно салон, все было бы супер. Так а при чем тут эта штука, где зеркало? Что? Зеркала и твой телефон вот мешает. Это, вот это салонное зеркало, а это этот самый водительское зеркало заднего вида. Хорошо, а телефон? Нам все равно мешает. А телефон вот тут был на решетке, радиатор. Радиатор. Mm-hmm. Радиатор, чтобы она была сломана, как это? Что? Чтобы она была сломана, как не это? Не трогай ее, я ее... Ёб твою! Что тебе не так? Все, вот она, внешний вид, состыковка со всеми остальными. Ничего не так. Точно так же и было. Точно так же и было. В общем, едем. В общем, друг, хотите сравнить каньон и карьер? Каньон находится, если ехать от оттуда, от трассы на Киев, типа с Житомира, вот так вот, если ехать. То получается, вы вообще пофиг, откуда вы едете. Когда вы едете в сторону оттуда, с Киева, с Житомира, с любой точки оттуда, каньон находится с левой стороны, карьер находится с правой стороны. Левая, правая. Ну, в общем, где левая, где правая? Перевернитесь, и вот. Вот так вот, если будете ехать, то у вас здесь будет находиться карьер, с этой стороны каньон. Представь, а еще смотрите, какая луна. Представь, что люди не знают, где лево, где право. Как бы ты им объяснила? Я уже показала им. Ну вот просто представь, как это объяснить? Где лево, где право? Ну вот право, вот. Я им просто показала. В эту сторону посмотреть и в ту сторону посмотреть. Что ты дочепился ко меня? Как можно запомнить? Дочепился ко меня ты мне. Как можно запомнить, где лево, где право? Я как вспомню, как долго я Кире объясняла, ну то есть она знала, где лево, где право, но отзеркалить это не могла. И как долго просто. А потом, ну то есть я ее типа с детства ей объясняла, это объясняла, и потом она стала чуть старше, и только тогда восприняла, потому что раньше это было типа до спора, что нет, нет, все, типа ты не права, окей, говорила, хорошо. Я к ней так постоянно, типа, пыталась научить, что зеркально... Доводила ребенка до истерики. Что зеркально по-другому лево и право находится. И уже только в сознательно старшем возрасте Кира такая, типа, ну вот лево-право. Я говорю, в смысле, такая у тебя это, какой ты меня держишь рукой, все-таки правой или левой? И она такая, да, точно. И, блин, это был такой крутой момент, когда я заметила, как Кира, ну, реально осознала то, что, типа, зеркально подумала. Ну, то есть, интересно, типа, видеть, когда она это поняла. Поэтому справа-лево, это, конечно, очень смешно, да? Зачастую у Андрея говоришь, Зай, нам налево, он поворачивает направо и говорит, ну, так ты ж показала туда, но я ж сказала налево повернуть. Нет, зачем показывать в одну сторону? Я знаю, что у нее бывают иногда проблемы с левой и правой, я ориентируюсь на ее руку. Я говорю, она налево говорит, идет просто... направо, идет налево. Или наоборот. Я ему просто говорю, типа, ну вот, рукой вперед показываю, говорю, нам налево, он воспринимает, что это нам направо, я показала, поверну. Я руку твою воспринимаю адекватнее, чем тебя, поэтому... И поэтому всегда мы поворачиваем не туда, потому что говорю, я правильно показываю, я просто по прямой, так, а он воспринимает, говорю, что... У нее проблемы, простите, у нее проблемы справа-лево, вот этой. Проблема в том, что зачем он смотрит, куда я показываю рукой, если я сказала повернуть налево. Рукой я показала неправильно, а сказала ему правильно, а вечно он ориентируется на мою руку. Так, ну что, мы только что были на заправке. Могу 100% сказать, заправив машину на... Сколько? Заправив машину на заправке, мы понимаем, что мы практически...
поездкой 4 пассажира туда окупили себе практически всю поездку. То есть мы заправились только что на 526 гривен. Поездка туда у нас получилась 400 гривен с людей. То есть 116 гривен, это если бы мы взяли еще 4 человека обратно, то получается 300 гривен сверху у нас бы было еще. Вот. Но мы решили не ждать, а потом всех, кого поймали, ну, типа, начали ловиться, а мы уже не хотели их брать. А мы не брали их. Вот, а так бы могли 300 гривен сверху взять. Рассказываю, что 300 гривен могли сверху взять, если бы загрузили всех четверых обратно. Да. Это у вас что там, пенная вечеринка? Ты что, нас снимаешь? Да. Нас нельзя снимать. Почему? Потому что... У вас пенная вечеринка там? Это закрытый клуб. Мужских пенных вечеринок. Да, Зань? Женщина тут не меньше. Я уже тут приняла душек. И сейчас хочу подготовиться для супа. Ты размораживаешь мясо на этот? На суп, нет? А? А? Где? Нет. Мясо на суп надо размораживать. Зай, ты размораживаешь то, что запекать в духовке. Заготовать? То, что запекать в духовке. А филешку на суп ты не размораживаешь. Не размораживаю. Нет. Нет. Зай. Что? Охренеть. Что? Ничего. Короче, будем готовить сейчас супчик. Морковку, во-первых, сделать. Во-вторых, что-то надо еще. Кажется, я скажу. Во-вторых, картошку. Все. Это все подготовить и сварить нам вкуснейший супец. Второе нет, и у меня рассыпчатые волосы. Короче, не жирнее так быстро, вот это четвертый день волосам. Ну и у корня видно, что не жирнее, просто после душа. Они всегда от влажности типа такие. Но ты приводишь их в порядок и все окей. Так, супчик. Картошка. Буду готовить, в общем, кушать. Потому что мы уже поужинали, да? Я уже пятый раз перезаписываю. Мы поужинали, короче, будем идти ложиться спать. Да иди в сраку. Будем идти ложиться спать. И все, всем спасибо. А, суп приготовили, курочку приготовили. Курочку покушали. Надо выпить перед сном витаминку. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока!